Депутаты Мособлдумы проверили ход строительства Дома культуры в поселке Горки-10. В настоящий момент работы находятся на завершающем этапе. Объект готов более чем на 86%. Комплекс рассчитан на 710 посетителей, в том числе маломобильных граждан. Он будет ориентирован на все возрастные категории. Важно отметить, что строительство Дома культуры в Горках-10 находится на контроле Одинцовского отделения «Единой России». Партийные активисты осуществляют мониторинг процесса от закладки фундамента до сдачи готового объекта.